Всем привет, это Заебарсик, и это лучшие атаки на КВ, часть третья. Сегодня две очень необычные атаки, обе атаки будут воздухом. Итак, смотрим. Защищается мой соклан Константин. В дирижабле находится два йети. И вот здесь такое ощущение, что у атакующего заканчиваются войска, но вот посмотрите, еще остается 7 заклинаний летучих мышей. И вот пошли мыши. И вторая атака. Атакует мой соклан с ником Пашка. Здесь мы видим и гончие, и шары, и ледяные големы. Заклинание молнии уничтожает швырять или два арбалета. И КК тоже забирается. Очень удобно, что ратуша вынесена. Очень красиво забирается, и еще огромное количество шаров осталось. И мухи подчищают краешки. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.